И дальше, ребята, про уверенность. Любовь — это и есть источник уверенности. Почему это просто такой тезис? Сейчас я вам его раскрою. Итак, я утверждаю, что любовь — это и есть источник уверенности. Потому что уверенность нам нужна. Уверенность нам нужна, чтобы любить и не бояться любить. Вдумайтесь. А любить — это значит узнавать и познавать. Что познавать? Что узнавать? Все. И вокруг, и внутри. Эту реальность, эту природу. Бога, себя. Себя в Боге или Бога в себе. Как ни назови. Вот это вот наше познание. Это источник как раз этого познания. Это любовь. Поэтому любовь — это источник уверенности. Мы делаем это уверенно. И к уверенности нас ведет любопытство. Как в детстве. Вот дети, да, они же очень любознательные и очень любопытные. Если мы даже это слово возьмем, любопытство, разделим его на два корня, мы увидим там и любовь, и пытство. Пытство не в том смысле, что пытать, да? А пытство – это корень от слова, возьмем такое слово, как опыт. То есть это любовь к опыту. Это вот это обогащение опытом, любовь к знаниям, опять же, да, к познанию. И вот это вот любопытство, оно у нас идет изначально. Оно даже не требует никаких объяснений. Это просто стремление такое извечное. С самого, ну, с детства. Просто познание мира, познание себя в мире. И как все это устроено. Как это работает, и зачем, и почему, и для чего. И вот как-то так. Боженька сам себе как бы ищет. Ну, я не буду сейчас усложнять это слишком. Но просто вдумайтесь в слово «любопытство». Окей? И любознательность. То же самое. Поэтому любовь и опыт – это корни слова «любопытство». И любовь к испытаниям, к исследованиям – это и есть опыт любви или опыт через любовь. Поиграем этими словами и так, и эдак, и ты увидишь. И ты увидишь это. Любовь познает и делится с нами, и делится с кем-то еще. Любовь ищет, движет. А гордыня, напротив, тормозит и забирает. Вот так я играючи объединил бхакти-йогу и джняну-йогу. Ну, те, кто в курсе, те знают, а кто не в курсе, бхакти — это любовь. Это йога любви, когда ты просто, ну, принимаешь Бога, и все, что происходит, это Бог, это то, что ты принимаешь. Ну, как вот это в йоге. На самом деле это в христианстве, это тоже бхакти-йога чистая, да? А джняна-йога – это путь познания через знание, да, путь. Но то же самое получается, это все одно и то же. Это внутри нас изначально, и чтобы страхи нам не мешали вот этому природному движению души, любознательности, любопытству, то и нужна эта самоуверенность. Нам уверенность нужна просто как инструмент. Для того, чтобы мы весело, смело, бодро познавали этот мир и распространяли свою любовь и стремились к любви и счастью. Окей, я все сказал. Хау. Друзья, ну что, сегодня прям покороче у меня получилось. И это замечательно.